Мероприятие такого уровня на курорте проводится впервые. Место встречи ведущих экспертов мировой туриндустрии не случайно. Постолимпийский Сочи стал одним из наиболее востребованных курортов России. Только в прошлом году наш город посетили более 5 миллионов человек. И если номерной фонд, рекреационная составляющая и инфраструктура в Сочи за последнее время показывает хорошую динамику развития, то вот с кадрами пока нужно активно работать. Повышение квалификации специалистов – основной аспект в программе развития туризма. Сочи имеет потенциал для подготовки. Важно его ввести тот формат, который потребен сегодня рынку, вот, чтобы специалист был востребован. Вот. Не всегда это происходит. И разные требования, ну и разная подготовка, соответственно. Поэтому вот свести эти две стороны – это тоже важнейшая задача. Тем более, что в мире 20% молодежи начинает свою трудовую деятельность с туризма. Поэтому основные слушатели обучающего семинара – студенты. Научить будущих работников гостиничного бизнеса развивать внутренний туризм – основная цель мероприятия. Уже сейчас посещение российских городов туристами увеличилось на 30%. Успех того, что действительно будут снижены цены. И впервые, опять же, в этом году это начало происходить. Крупные наши туроператоры, я не хочу сейчас рекламировать, да, но те все, кто возили на выезд в Турцию, там, Египет, они сейчас переориентировались на наши рынки. Сейчас стали возить в Сочи, стали возить в Крым, стали возить в Канминводы. Вот этого не было никогда, чтобы ставили чартеры на внутренние рейсы. Это успех к тому, что действительно цены будут снижены. Помимо качества перевозок и гостеприимства, для туристов важен и сервис в ресторанном бизнесе. Поэтому в ходе семинара запланировано проведение секционных занятий и мастер-классов высокой кухни. Мы узнали, какие продукты в основном используются в сочинской кулинарии и подготовили меню блюд высокой кухни. С технологией их приготовления и подачи мы и познакомим студентов. Тема мастер-класса – управление качеством в ресторанном бизнесе. По мнению зарубежных экспертов в туриндустрии, решить вопрос с привлечением туристов каждая страна и город может за счет предложения наиболее успешных продуктов. Сочи, например, выигрывает за счет климата, рекреационных объектов и инфраструктуры. И наш курорт на правильном пути к совершенствованию туриндустрии, уверены специалисты. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.